Исходя из сегодняшней реальности, люди очень обеспокоены, когда прекратится пандемия. Разные авторитеты говорят по-разному. Одни говорят, что это произойдет в 2021, максимум в 2022 году. Другие говорят, что последствия пандемии не пройдут никогда. То есть человечество не останется таким, как было вчера. Короткий вопрос. Когда закончится пандемия? Никогда. Никогда в том смысле, что мы не вернемся к тому, что было, никак. Мы только пойдем вперед и будем меняться именно под воздействием вот этих отрицательных воздействий.